дорогие друзья, в эфире Букнюс от молодежки, и сегодня у нас снова две интересные книги. Ну что, поехали? «Тысяча поцелуев» — это много или мало, когда каждый может оказаться последним? Папи и Руне поклялись, что будут вместе навсегда, но Руне вынужден уехать с семьей в Норвегию. Папи обещает преданно его ждать. Спустя 2 года он возвращается и никак не может понять, почему Папи больше не хочет его видеть. Может ли «Тысяча поцелуев» спасти целую жизнь? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать, прочитав книгу Толли Коул «Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть». Твин Риверс, оторванный от всего мира заснеженный городок, куда отправили полицейского Танну Ларсон на сезонную работу. Недалеко от города, на горном хребте, дикие животные растерзали 2 молодых биологов. Тана и летчик Кэмерон, которого она терпеть не может, вынуждены отправиться на место трагедии. Им открывается жуткое зрелище. Убийство скорее похоже на кровавый ритуал. А сам хребет имеет дурную репутацию, где уже находили растерзанные тела. Вскоре вокруг Таны начинают происходить странные вещи, а Кэмерон оказывается главным подозреваемым. Всему виной мнительная и личная неприязнь. Или Тана приблизилась к отгадке? Тогда ей стоит сосредоточиться, потому что для Твин Риверс это не последняя кровавая охота. Разгадает ли Тана загадку этого преступления, вы сможете узнать, прочитав книгу Лорет энд Уайт «Голодная пустошь». А это был Букнюс от молодежки. До встречи в следующем выпуске.